Здравствуйте! Сегодняшний наш выпуск мы посвящаем курорту Красная Поляна, где припарковаться бесплатно. Итак, едем в Красную Поляну. Вот, кстати, начал писать и задумался, едем в Красную Поляну или на Красную Поляну. Это же город, а не лесная поляна. Поэтому, думаю, надо говорить в Красную Поляну. Хорошо, мы отвлеклись. Только перед самым приездом, почитав специальную литературу, я понял, что название Красная Поляна объединяет в себе три, так скажем, курорта. Газпром, Роза Хутор, Красная Поляна. Но что самое интересное, есть еще и поселок Красная Поляна. Там останавливаются все бюджетники. Мы там тоже остановились. Вот такая путаница была у меня в голове, пока мы не приехали на место и не разобрались, что к чему. Первым делом едем подъемником Роза Хутор, ведущим к водопадам парка Менделиха. Читали отзывы автотуристов, что с бесплатными стоянками там целая проблема. Оно так и есть. Ехали, смотрели вдоль дороги, и да, некуда машину поставить бесплатно. Был один совет – ехать до конца мимо подъемника Роза Хутор, и там есть площадка около комплекса «Моя Россия». Мы, кстати, ездили туда позже, действительно, там есть площадка, но уж больно далеко она от подъемника. Оказалось, что машину можно ставить на обочине, не доезжая подъемника Роза Хутор. Там все ставят. С правой и левой стороны, сразу за желтой полосой. Получается, как бы на обочине. Примерно 700 метров такая вот халявная стоянка. Ну что, вперед за билетами, осмотрелись и купили билеты до самого верха к водопадам. В кассе нам дали карту, очень полезная вещь. Хоть начинаешь понимать, что тут можно посмотреть, куда ехать и что нас ожидает впереди. А наша первая цель – парк водопадов Менделиха.